Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале компании Купи-салон. Меня зовут Алексей Крыловецкий. Сегодня покажу вам потолок, перешитый в новую семерку BMW, свеженькая. Приехала прямо с дилерского центра. Владельцу нас порекомендовали. Все потому, что мы действительно знаем, как в больших автомобилях можно вынуть полотно потолка, не сломав его, не испортив ничего вокруг, и аккуратно потом его вовнутрь установить. Это совсем не просто. Если вы попробуете себе представить, как огромное полотно вынуть из седана, а не из универсала или внедорожника, или кроссовера, то, думаю, вы зададитесь вопросом: черт возьми, а как парни это делают? Ну вот, мы умеем это делать, а при перетяжке потолка из черной ткани вот в эту достаточно сложную по цвету лилово-серо какую-то коричневую алькантару, да, тут, мне кажется, даже камера не очень хорошо передает этот оттенок, мы обтянули само полотно, козырьки и стойки, и при этом сохранили оригинальный черный цвет пластика по желанию владельца. Хотя чаще всего при перетяжке потолка все-таки цвет пластика меняется. Но в некоторых ситуациях, когда цвет у потолка насыщенный, глубокий, темный, сохраняем оригинальный черный пластик. Почему? Потому что при окраске потолочного пластика всегда возникают некие риски. Риски механически повредить. Если, допустим, он был светлый, а перекрасили его в темный цвет, поцарапав эту поверхность покрашенную, можно получить такое вот яркое пятно содранное, на месте содранной краски. И, конечно, это будет смотреться очень непривлекательно. Если есть возможность сократить бюджет клиента, и при этом мы уверены, что цвет будет хорошо вписываться и сочетаться с полотном потолка, то в этом случае мы рекомендуем его оставить. Настоящая итальянская алькантара, на мой взгляд, это лучший материал, подходящий для перетяжки таких поверхностей, хотя бывают разные случаи. Кто-то просит ткань использовать потолочную, но здесь выбор цветов, конечно, ограничен, только светлые какие-то, бежевые, серые оттенки и черный. По большому счету, у алькантары и у материала, который использует, например, Mercedes, называется динамика, конечно, палитра цветов гораздо шире, и можно выбрать что-то подходящее, например, под кожу. Ну и, конечно, не забываем о том, что при перетяжке потолка очень большое значение всегда уделяется качеству нанесения клея и поклейки полотна потолка, с тем, чтобы не было, особенно в местах наибольшего напряжения, углубленные точки крепления козырьков, точки крепления ручек потолочных, да, чтобы там все идеально было натянуто, без складочек, без морщинок, и при этом не отклеивалось под воздействием гравитации, силы тяжести. Все должно быть идеально сделано. Вот полотно потолка в таком объеме мы можем сделать всего-навсего за несколько дней. Именно столько заняло выполнение работ для этого автомобиля. Других работ в этом шикарном представителе бизнес-седанов просто не нашлось для нас. Но, кто знает, может быть, со временем какие-то новые идеи появятся, и мы с радостью их воплотим. Как вам? Призываю вас подписаться на наш канал. Если этот ролик вам понравился, то скорее ставьте ему лайк и оставьте нам пару комментариев, что вы думаете о нашей работе и вообще об идее улучшения автомобилей. Ваши комментарии нас подбадривают, поддерживают и помогают нам видеть дополнительные смыслы в съемках роликов, коих на нашем канале выходит все больше и больше, наполняя его и делая гораздо более интересным. На нашем канале можно найти ответы на многие вопросы. И даже многие автомобили представлены в разных дизайнах. Я думаю, что если вы посмотрите в описании к этому ролику, то найдете не только номер телефона для связи и ссылку для перехода в WhatsApp, где мы с радостью ответим на все ваши вопросы, в том числе вопросы стоимости, сроков исполнения, может быть, какие-то технические нюансы, моменты, поможем вас записать для проведения работ. Но также вы в описании найдете ссылки для перехода в другие наши социальные сети, где мы показываем процесс исполнения работ, пишем интересные статьи, и надеюсь, вы и там сможете найти что-то интересное для себя. Это ссылки на наши аккаунты в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook, Drive2 и, конечно, в ТикТоке. Я надеюсь, вы останетесь с нами не только как зрители, но, может быть, когда-нибудь станете нашими клиентами. А пока с вами прощаюсь, желаю всем удачи, успехов, будьте здоровы и счастливы. Пока!